Здравствуйте. Вас приветствует DSSN News. Мы находимся на стенде компании Гютебрюк. Константин ответит на несколько вопросов. Чем занимается ваша компания? Компания Гютебрюк – это производитель систем видеоохраны. В этом году Гютебрюк исполняется 40 лет. Все это время Гютебрюк являлась зачинателем мод в системах видеонаблюдения. Например, первые видеорегистраторы появились именно в Гютебрюк. Гютебрюк одним из первых начал производить качественные детекторы движения. Спасибо большое. С вами были DSSL News.